знаю. Чи? Вот так это здесь все смотрится. Я с моим другом. Мама дома, потому что она дома сидит, а я здесь катаюсь. Как всегда, хоккейчиками занимаюсь. Да, так очень красиво это смотрится, и там все вниз катаются. Да, вот так это смотрится очень красиво. Я первый раз еду. И вообще хорошо получается. Там все сейчас все поднимаются. И мы сейчас все пойдем вниз. Я еще никогда не ехала. Первый раз падала. А сейчас уже нормально ездим. Вот так это вообще смотрится. Очень красиво. Смотрите, где я здесь ездила. Я во все сняла. Потому что... Я так стоять еще не могу. Вот я сейчас в снеге сижу. Вот мои эти. Да, рукавички вот эти штуки. А здесь другие ездят. Дети увидели снег в Германии. Софийка сделала такого снеговика маленького-маленького. Это ой, пиглоки. Ты глазки сделала? Да. Тебе морковку принести? Я не знаю, есть ли у меня дома морковка для носа. Да. Посмотрю, сейчас пойду, да? Что она вон, смотри, сделала? Не, вот такой носик тоже красивый, смотри. Ну да, теперь я кроме твоей спины больше ничего не вижу. Да, я сниму. Такой красивый. Все, домой идем, мы тоже холодно, мы же давно гуляем, да? Посмотри, это как сердечко выглядит. Да, носик красивый, сердечко. Давай, убирай. Во, классно. Бубончик делаешь. И папочку тоже. Зайчик. Это зайчик. Это о, хвост. Вот теперь красиво. А теперь я и куда ты его унесла? Он же красивый, тут по Софи кто-нибудь заезжает до мах-капут. Да, до мах-капут потом. Ну тогда. Около дома он и там около двери поставил. Ага. Да, какой красивый получился, да? Да. Софику ты мне поставила снеговика своего. Это бегемот. Прям опа, выйдет и обрадуется. Скажет, кто мне тут снега столько наложил? Павел тоже принес сюда, смотри. Девочки, мальчики, всем привет. У нас на улице идет снег. Видно, не знаю, на камеру нет. Да, видно. Володя дровишки рубит. Доброе утро, я без носков. О, Володя, ладно, я без куртки, а ты еще и без носок. Нормально ты так. Доброе утро, я без носок. Ну, юморист, блин. А потом скажешь, что у тебя что-то болит. Это он на рожижечку мне, чтобы мне среди недели было что положить, чтобы камин разгорелся. Кстати, девочки, я пробовала по вашим советам растопить камин вот этой упаковкой от яиц. Я не знаю... В каких печках вы топите, ты растапливаете. Но у меня дымило все. Я правда пробовала, знаешь, так дымит. Ну, я Володе не говорила, чтобы он меня это... Заставил бы зал белить. Да. Это точно. Все, ты уже все на это...
тебе на первое время хватит. Да, но мне на недельку точно хватит. Это не забудь это ложить. Кого? Брикеты. Ну, то, что ты мне заносишь, то я и ложу. Вот, один вон она упаковка лежит. Ну все, какая разница? Разжигай. Ладно, все. Пошли. Пошли, да, то холодно. Я что-то без куртки вышла, ты без носок с голыми ногами. Хорошо, когда дома полы теплые, да? Даже про носки забываю, что одеть надо. Говори. Все, а, ладно. Ладно, Татьяна, все. Все, пошли, а то я уже тоже замерзла. Это для пипа. Володь, это для бобра. А? Пипа. Сейчас мы покушаем, Пауль, и будем да? потом кушать. Все, девочки, у нас... А что мы будем пить? Яблочный сок. У нас бешбармак. Володя, мы сейчас кушать будем, да? Да. Вкусно. Что мы будем кушать? Мясо. Мясо. Все, у нас бешбармак с баранины. А куда сегодня они вставляются? Меня... Где ты эти батарейки возьмешь? Сегодня у меня ребрышки просто варились. Я... А ребрышки там тут крышки даже нет. Да, я ребрышки варила. Там, наверное, другие батарейки. Да. Пауль нашел игрушку, говорит, батарейку. Покажи, бобра. Вон. Ну, это от игры. Это бобер, Карина. Смотри, какие зубы. Какие зубы. Все, и мы бешбармак кушаем с маринованным луком. Вот такой лук замариновала. Просто уксус, соль, лук и красный перец. Все. Мы кушаем. Всем приятного аппетита. Да, Карина? Да. Все, Володь, ты свой телефон убираешь, мы кушать садимся. Эрик, пошли! Абонтессен! Не, Митакессен, это не Абонтессен. Все, мам, можно накладывать? Да, можно накладывать, да. Всем приятного аппетита. У меня появилось немножечко свободного времени. Так как я все свои заказы отправила. Надеюсь, что все дойдет хорошо и вовремя. Одна посылка вообще ушла куда-то без направления. Ну, короче, совсем в другое место. Как-то интересно. И поэтому задержалась доставка. Я всегда так переживаю, что там что-нибудь случится. В общем, будем надеяться на лучшее. Я попросила одну женщину в интернете, ну, один канал, чтобы она мне показала, как вяжутся соты. Я, конечно, могла бы где-нибудь просто в интернете найти, но я попросила у нее, она мне сделала такое небольшое видео. Сейчас я буду по ее видео вязать. В общем, у меня вот такая вот пряжа. Мерино 200 Бебе Колор. Ну, это такой детский. Ну, не то, что детская. Здесь стопроцентная шерсть. Я хочу Софийке связать повязочку. Еще меня Карина попросила. Я сказала, у меня только вот такая пряжа есть. Ну, такого цвета. В общем, сейчас там узор состоит из 5 рядов. Поэтому я себе сейчас тут выписала, потому что я не специалист вязания. И буду вязать чисто по ее видео. Посмотрим, что у меня получится. Смотрите, что мы делаем. Я закончила вязать вот эту повязку для Софии. И теперь мы вот этот шов хотим, короче, такой челмой сделать. И челму мы будем вот с таким, короче, цветочком. София решила, что она хочет такой цветочек. И вот мы сейчас его тут так клеим, подбираем. Смотрите, да, сколько. И скоро ты будешь еще один делать, потому что я тоже. Да, скоро я еще одну повязку делаю, потому что Карина тоже хочет. Как пряжа придет, да? Которую я еще не заказала. А ты еще не заказала? Нет. А что тогда так? Я сначала я еще не решилась. Я сначала приклеила вот таким вот клеем. Это специально клей для камушков. А затем
Карина, наверное, дома пришьет вот эти вот, потому что у нас уже, наверное, времени не хватит пришить. Да, им высохнуть надо, да? Ну да, им нужно немножечко подсохнуть, они зафиксируются, а потом дома просто прошьешь. Еще может быть, что иголочка в эти маленькие дырочки может не влезть. Надо очень тонкую иголку брать. Наверное. Все. Как сделаем, сейчас готовую покажем. Все, что ли? Уже шу одел, блин. Фаль, мы еще чай не попили. Девочки, смотрите, я сделала. Вот такой цветочек получился. Но клей еще не высох, потому что они сейчас уже домой собираются. Померить мы тоже не можем. И, Карин, да, клей дома только высохнет. Потому что, в общем, вот такая вот повязочка у нас получилась. Пауль, пошли, мы еще чай пить будем. Все, девочки, где я брала вот этот рисунок на повязочку? Очень простой, ну, для начинающих. Я только могу так, для начинающих вязать. Я вам внизу оставлю ссылочку этого канала. Ну, в общем, этого рисуночка. Где я его брала, на каком канале. Ну, классно получилось. Даже Карине понравилось, она теперь тоже такого хочет. Все, наши дети уезжают. Всем пока-пока. Давайте на этом я тоже буду заканчивать. Всем пока-пока. Да, Володя, пока? Кому Володя, пока? Я остаюсь. Нет, я понимаю. Не дождешься? Я говорю, буду прощаться. Теперь уже всем пока, да? Да. Все, пока, мои хорошие. До завтра.